сердце ждет, усилился стук. Все говорит об одном, что не в пути обратно, что ты не мой лапушок, а я не твой Андрейка, что у любви у нашей села батарейка. О-о-о, Иля, Иля. Я тосковал по тебе, минуты расставая. Ты возвращалась ко мне сквозь снеги расставая. Но несмотря ни на что, пришла судьба звать тебя. И у любви у нашей села батарейка. Всегда все те же чашки, ложки, все та же в кране вода, все то же стул без ножки, и все о том же с утра щебечет канарейка, что у любви у нашей села батарейка. Все знают. Я просто, вы меня простите, сегодня такой день, первый день осени. А я эту песню последний раз играл, наверное, когда мне было еще, наверное, лет 16. Наверное. Вышечная память. Если будем все петь. Если вы будете подпевать, я только за. Это не провокация, чтобы все пели. Это просто, я правда... Это просто как-то так странно, типа с телефоном, что-то такое. ДДТ, что такое осень? Я посижу. Посидишь? Ты постой. Ладно. Ну какой? Да. Главное, подпевайте, и все будет. Что такое осень, это небо, плачущее небо под ногами. В лужах красных питаются птицы с облаками. Осень я не был. В лужах красных питаются птицы с облаками. Осень я давно с тобой не был. Осень небе ждут корабли. Осень небе в прочах земли. Там, где море тонет в печаль. Осень темная даль. Thank you.
Осень я давно лишён покоя. Осень небе текут корабли. Осень небе роща земли. Там, где море тонет печаль. Осень все моя даль. Что такое осень это? Осень копался в летании сильный до рассвета. Что с тобою с нами? Осень небе ждут корабли. Осень небе прочь от земли. Там, где море тонет печаль. Осень темная даль. Спасибо, вы ценули общими силами. Давай почти не будем спрашивать, какой день. Это очень чревато. Так, что-то петь. Но ничего, нормально. Зато видишь, все вместе спели. У нас такая посиделка у костра. Так что, ну, представляем, что у нас тут кружочек у костра. Так, где мужчина, который спрашивал сегодня про авторскую песню? Куда он убежал? Не дождался. Просто смотрите, такой момент. Мы сегодня здесь не одни артисты. У нас есть еще один мужчина, который сегодня приехал из Гомеля. Очень профессиональный бард, который нас через две песенки заменит. Но мы на этом не прощаемся. Если кому-то будет интересно, может быть, кто-то еще здесь тусуется в Минске 8 числа. Да, 8 у нас будет концерт. У нас будет концерт уже всем составом, всей группой. Будет проходить в баре, если не ошибаюсь, как это называется? Beer and Wine? Да. Вроде там где-то за Комаровкой, которая находится. Да, мы еще будем выкладывать вообще. Да, у нас вся афиша будет либо в Инстаграме, либо где? В Телеграме. В Телеграме. Да. Вообще везде, в ТикТоке, вообще где угодно. Юпи Минск, да, мы подписаны Юпи Минск. Если кому-то будет интересно, 8 числа у нас концерт, и афиша вся будет в Телеграм, либо Инстаграм. 4. Без П. Да, конечно. Уважаемые ребята, вам сюрприз, вот эту розу для Жени. Моя подруга живет здесь рядом, она услышала, как вы поете, она попросила передать меня розу для девушки-солистки. Так что прошу аплодисменты. Спасибо, спасибо. Она сама аплодисменты спрашивает. Подруге передайте спасибо, я надеюсь, она нас слышит. А может и слышит, да, она просто собачка гуляет. Понятно, хорошо, спасибо. Спасибо большое, ребята, вам успех. Спасибо, спасибо. Так, ну, в общем, маленькую рекламу такую сделали, да? Запомнили все, там, 8 число, мы просматриваем, если кого-то интересно, кто-то просмотрит Инстаграм, Телеграм, будет афиша на выступление 8 числа. Бар называется Beer and Wine. Итак. Сейчас будет своя песня. Ну, вообще, Леша, она написалась. Где мужчина, который требовал авторскую песню? Вон, все, вижу, отлично. Вообще, она написалась буквально... Может, неделю назад, и пока что она еще не совсем готова. Она написалась мало того, что неделю назад. Я вчера ее первый раз услышал, и пять минут времени для того, чтобы ее было разобрать. Так что я надеюсь, что у нас все получится. Может жить, быть, да? У нас не получится. Не должно. Может, а какая песня? Авторская, авторская. Это... Ну, своя наша песня. А ваша авторская? Да, наша авторская. А как она называется? Давай будет звездочки. Нет, как-то а звезды падают.
Ну, вот так и назовем. А звезды падали. Ну, вообще всегда называют звезды. А звезды падали, обещали уже к утру сделать всех счастливыми, исполнить мечту. Летели ярко вниз, уплывали за горизонт. Давай смотреть на мир под другим углом, под другим углом. А время летит так, что совсем заметно. Секунда на желание, и целая жизнь, чтобы просто сиять. Просто сиять, просто сиять. Звезды подали, обещали все еще для всех. Но помни, что от них не зависит твой успех. Летели ярко вниз, уплывали за горизонт. Давай смотреть на мир под другим углом, под другим углом. А время летит так, что совсем незаметно. Секунда на желание, целая жизнь, чтобы просто сиять. Просто сиять, просто сиять, просто сиять. Так что совсем незаметно, секунда на желание, и целая жизнь, чтобы просто сиять. Просто сиять, просто сиять.